Ну давай, 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 давай. В шалянит, пошел. Пошел сканиться. Давай, пошел. Пошел, пошел, пошел. Сейчас будет жопа. Сейчас он кого-то еще грохнет. Всем утюг, с вами Глюк. Ребятки, добро пожаловать в Among Us. Я играю вместе с моими друзьями. Ставь лайк, а мы начинаем. Ну, прекрасно. Я член экипажа, я не предатель. Боже мой, какой у меня больной голос просто, ребятки, а? Я просто умираю. Умираю, но играю. Выбросим мусор. Сейчас бы на самом деле было бы неплохо ходить с кем-то. Типа, серьезно. Дизов как раз вот хочет иметь алиби. Мне кажется, что это вот как раз у нас Дима. Ша Леонид пока что единственный, кто ходил отдельно. И мне это дико не нравится. Мне это кажется подозрительным. Я тем временем пока все свои задания выполнил уже почти. Итак. Так, и так, кто? Мы вместе с Глюком были все это время. Я вас видел, да. Ну, мы тебя тоже видели, ты пробегал мимо. Я видел, Паша, Пашу завалили. Я не заметил. Я думал вообще, что это Паша, короче. А он сам ликвидировался. Кстати, один раз Паша ко мне подбегает такой, я думаю, блядь, надо втопить, потому что это жестко что-то. Короче, смотрите, я готов поручиться за туриста, он при мне присканировался на какой-то херне, там зеленый луч прям видно. Тёма говорил, что анимашки видно на некоторых. Я за туриста прям 100% это не турист, я видел, как он. Я с Глюком был все это время. Так, окей, да, Дизов был все это время со мной, так что как бы... Заебали, я тоже с вами бегал, ребят. Ты под конец с нами бегал. За Глюка, да, ручаешься? Да, я Глюк за меня. Подожди, это... Тём, а ну, возле меня Содик стоял, он меня не убил. Я тоже как бы стоял, ждал. Ну, я Содой вообще-то в конце был тоже. Ну, получается, у нас или Сода, или Дима, все. Да, или либо Дима. Я тебя не видел, Димон. Я тоже тебя только один раз под конец увидел, и все. Чувак, тормози, блядь. Я ж вот возле кнопки стоял. Ты чё? Ты пробегал по коридору, но ты возле меня типа... Тормози, давайте чувак, так, ребят, типа мы что? Сейчас Диму выкинем, если это не может он, то это, скорее всего, Сода. Да, потом меня мне тоже так кажется. Либо... Заебись. Ну, Сода мог или меня Глюк убить так разыграл по-интересному, нет? Ну, да, опять Глюк, да? Третий раз подряд. Ну я не знаю, один раз у тебя получилось, братан. Но, ну да, было красиво, но сейчас это не я, серьезно. Рядом с тобой Дизов бегал. Видел, что это не я. Он видел анимацию мусора вот этого. В электрощитовой. Да. А потом пришел в центральный. Ты в электрощитовой пришел очень, знаешь, полраунда уже прошло. Я скипнул сейчас на самом деле. Ну вот, блядь, зачем ты проголосовал? Так, я скипну, я не знаю. Я проголосовал уже за Шу. Я тоже. Заебись. Сейчас узнаем. Ну или это он, или это Сода. Человека, которого еще выкинут. Под конец, заебись. Спасибо, ребят, спасибо. Сукины дети, вы же просто случайно за меня проголосовали. Нет. Так ты вначале, мы все кучей ходили, а ты один где-то бегал, я такой думал, ага. Так, и никого, да, рядом? Плохо. Очень-очень плохо. Что рядом никого. Сейчас труп найдут и будет жопа. Или я стану трупом. Где все? Да куда все делись-то, ну? Ну все, сейчас, короче, меня будут гробить. Как только найдут тело, я буду виноват. О, у меня есть задание в медпункте. Слушай, это алиби. Это алиби. Это будущее алиби. Отлично, алиби. Алиби. Так, все, все задания выполнены. Кто не выполнил? Выполнили, пацаны. Красавчики. Я был, ребят. Красава. Он за нами бегал, как лошара, сделать ничего не мог. Это технично бегал. Да, но у вас там либо заданьки так круто упали, я вообще ничего не мог сделать. Я один все время бегал. Ты меня мог убить, но ты не бегал. Я тоже один бегал, да. Я бегал один. Показываю, мол, не убегай от меня. Давай вместе бегать. А Паша как убегает. Я, блядь, пойму, что ты мне показываешь, и ебать, жестами? А я один бегаю, думаю, и все такое говорю, типа, блин, ну вот я один бегаю, никто рядом меня не видел, сейчас кого-нибудь убьют и скажут, что, блядь, меня никто не видел. Думаю, так и у меня то же самое, блин. Я тоже, да, один бегаю. Я специально напоследок медицинский отсек оставил для такого случая. Член экипажа. Ну ладно.
Пойдем с Леонидом, пойдем с Леонидом. И Леонид ушел от меня. Это очень плохо. Он меня может убить, если он предатель. Ля-ля-ля-ля-ля. Тюка! Вот я же знал. Я знал. Я это знал. Я так и думал. Думал! Ну, давайте. Давайте, рассказывайте. Ребята, так, Люка. Махнули. Так, где? Получается, где провода вот эти всякие там, Wi-Fi, еще где-то вот снизу, короче. Так. Видел Гизомфа, видел туристов, постоянно мы видел. Мы с туристом были вместе. Да, мы время вместе бегали. Стоял Паша возле щитка, я тоже видел. Это Димон, получается. Да, я бегаться, блядь, ну кто виноват, что я сам бегаю? Я только что, во-первых, смотри, я сразу побежал чинить провода. Вот в ту комнату, что ты говоришь, где труп был. Потом я оттуда убежал, вообще я сейчас навигацию справа. Ну смотри, а мы бегали с Дизофом, я прибежал, я там был Паша и ребят, Содик, да? У меня да? есть заданька в медпункте, если хотите, можете потом тоже давайте ну, проверить. Давайте скипим, проверим тебя. Давай, давай. Давай, пошли в медпункт. Думаешь? Пойдем, ну, да, пойдем. Ну я уверен, что я пришел, там был Саня с Пашей, и как бы мы с Дизофом бегали вместе. Если что, короче, если не отсканируется, типа кнопку нажимаем и выкидываем. Хорошо, давайте. А если это, а если отсканируется, бля, я тогда вообще хуй знает. Тогда либо ты, либо Паша, все. Вы же, бля, скипайте, побежали, ребята. Дим, ты не скипай. А, извините, пожалуйста. Да. Димон хочет хотя бы 5 секунд еще пожить. Ну давай, 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 давай. В шале Леонид пошел, пошел сканиться. Давай, пошел, 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 пошел. Сейчас будет жопа. Сейчас на кого-то еще грохнет. А смеяться можно? Бля. Блять, пацаны, я перепутал задание. Отец надо найти, а не метод. Я просто смотрел, что в медпункте горит, я думал, это сканер. Я пиздец ору. Да, ребят, ну, блядь, я перепутал задание, пацаны. Серьезно. Так я подхожу, короче, и такой, блядь, они с меня сейчас кикнут просто. Серьезное задание перепутал. А я угораю, смотрю, типа. Вы видели, как я вправо-влево? Это было мое негодование на то, что я дебил, блядь. Ну, ты сейчас, да, ты сейчас вот это вот. Я могу ошибиться, но это вряд ли Дима, типа, слишком уверенно. Да в смысле? За это дерьмо. Я видел, Паша! Проводов стоял, типа, долго там стоял, типа... Ваша тройка у нас. Сука, ну я и дал, нахуй. Сука. Че-че-че? Мы их тройку подозреваем. Подожди, ну почему я с вами был? Подожди, ну мы, я пришел, они были вдвоем. Стоп, я вспомнил, я когда труп нашел, по-моему, турист как раз оттуда выбегал просто, но он уже прям... Все указывал на него, все указывал на него, почему вы не думаете? Турист с Дизофом был постоянно, турист был с Дизофом постоянно. Дизоф меня вначале видел. Рандомайзеры проклятые. Поэтому я не знаю даже, ребят. Не друзья, а рандомайзеры, серьезно. А давай там укинем. А давай там укинем. Ну я перепутал квест. Так, подожди, я выскажу, я за соду, я тоже за соду, я выскажу свое мнение. Паша, вы с Содой вместе были все нет, время? Нет, 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 я не был с Содой вообще от слова. Я за соду. Пацаны, я был рядом с ним, он провода чинил, ну типа стоял возле проводов. Ну я тебя не видел, Саш. А можно отменить голос? Либо Паша, либо Паша, либо Сода, понятно. Кого ты видел? Паша видел? Паша вообще. Саня, ты Пашу видел или нет? Ну, скажи, у тебя 30 секунд еще есть. Говорит, что я с ним у туриста, рядом, блин. А на самом деле я с ним стоял у рядом. У туриста с Дизофом спросите, да, Дим? Я стоял сначала с Дизофом с туристом, выполнил уже 4 разных задания. Когда я труп нашел перед этим. Я не знаю, где вы вообще труп нашли. Ну, блядь, значит, о чем я говорю. Если это... Давайте сейчас за Пашей побегаем, посмотрим. Давайте. Вы, блядь, серьезно сейчас? Вы серьезно? У вас вот он в руках был, вы такие, точно за него, точно. Но если он не сделает, то точно за него. Давайте за Пашей побегаем. Блин, еще раз. Какие вы плуги, просто плуги. Просто у меня бомбит на вас всех, ребята. Ну я даже не знаю. Я даже не хочу задание выполнять. Ну просто, ну серьезно, ну ребят, ну... Точно он, точно он. А потом такие, да не он, точно. Он слишком убедительный, ну зажибись. Слишком, блин, убедительный. Что за аргумент такой? Блять, я так и думал, что так разыграл красиво. Ёбан.
Чего тут, блядь, красиво? У вас все аргументы были, придурки, блядь! Стой, стой, остановитесь. Ты серьезно? Почему я победил? Вас же двое еще осталось. Так, вот и Дим, твоя задача корабль загасить. В смысле, ты загасил, мы не успели. Все, я понял. Так я сейчас, не, я сейчас все, что это Дима, потому что Дима стоял пока. У меня был план такой. Я адекватно понимаю, что дизофа валить нельзя, потому что, ну, если я завалю дизофа, все, вы знаете, что это я, и все, пиздец. Я думаю, завалю Тему туристу, скажу, что Паша его на моих глазах завалил. Сука. А тут я просто побеждаю, думаю, а, ну, в принципе, и норм. Я говорил вам. Пипец. А потом такие, у вас были все козыри в руках, вы такие, да нет, он слишком убедительно говорит. Зашибись вообще аргумент. Опять член экипажа. Член экипажа, это хорошо. Медпункт, но задача не та в медпункте. А еще я пошел один. Сейчас меня или грохнут, или подставят. Будет вообще зашибись. Что-то я не понял юмора, почему-то у нас задачи не двигаются. Вот они все делают. О, продвинулось. А вот сода делал, по-моему, оно не продвинулось. Тюка. Это сода. Это очень похоже на соду. Это он там, смотри. О, не повысил, смотри. Блин, может и не он. Мне вообще бы в медпункт надо сходить. Мне кажется, палево на пипец. Так. Да, сода валялся справа от столовой. Да, я видел. В конце один бегал, у меня вообще никого не было. Рекорд. Если вдруг в этот раз кто-то видел. Подумает на вшу Леонида, Левша Леонид вообще-то саботаж, блядь, предотвратил на... Мы все там делали. Толпой, да. Мы а все он сделали. Тоже может, предатель вы тоже может на реакторе, сделать. А я коммуникационный модуль, там, где радио крутить, вертелку. Первый раз у меня... Ну, вообще предатель тоже может это предотвращать, так что да. Вообще не аргумент, на самом деле. Я не знал, абсолютно... что предатель не может предотвращать, поэтому... Кого я видел? Я видел Дизов и видел Глюка. Глюка видел уже в конец, когда он побежал. Я вас всех, в принципе, видел в одной точке. У меня вообще нет никаких аргументов, ребят, так что я предлагаю скипнуть, наверное. Ну да, наверное. Давайте пока скипнем. Я вообще один сейчас бегал в конце. Мы вначале с Диадемом, с Дизофом бегали, а потом в конце я один раз бегал. Да, квесты просто добьем и все. Подожди, а где вы нашли вообще сода? Справа от столовой. Там вот типа это вот, где с астероидами бьешься, и вот внизу, в коридоре. А, понял. На углу. Я кстати, сидел... если бы кто-то по камерам смотрел, было Пашу бы видно. Я видел. Давайте либо сейчас скипнем, либо... Снизу. Давай ну, скипнем, типа... да. Ну, я просто поговорить хотел с вами. Потом вообще я не хочу. Убивать, маньяк, сраный. Меня что-то подозревает. Давай за меня проголосуй, скотина. Хорошо. Ну, давай быстрее скипай. Так, ну вообще, типа, хорошо, что меня не заподозрили, а ведь очень могли, потому что я же нашел трупы, и рядом никого не было, и никого подозрения кинуть не могу. Утечка кислорода, утечка кислорода. Внизу! Внизу, блин! Хоть кто-нибудь! Сейчас серьезно! Серьезно, блядь! Нет! Нет! Нет, сука! А вы кислород вообще не умеете ребята, включать. Я просто не успел. Я протупил, я кислород ни разу не делал. Такая толпа у вас была. Костей, ты мог зарепортить, да. И сбросилась бы таймер вот этой херни. Да, да, ты да. Не заметил каких после... костей? Почему ты мимо меня пробежал и вообще насрать на я это? Я не видел. Я бежал ликвидировать херню. Ну, ребят. Что там труп лежит еще, да? Ну, лежит и лежит. Но такие эмоции, когда ты играешь за этого, там так сложно, на самом деле. Да, там сердечко сразу. Так самое смешное, опять убили, там глюк рядом находится, меня убили, а ему насрать, он побежал дальше. В смысле, а ты рядом со мной где-то лежал? Глюк не видел, не видел. Я вообще в панике бежал скорее, я думал, ребята сейчас не успеют. Вот такая, ребята, у нас сегодня получилась игра. Мне кажется, прям супер катки такие вышли. Такие просто мувы безумные. Пишите в комментариях. Что думаете? С вами был Глюк. Всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.